Другим темам. В Петропавловске открылась уличная танцплощадка, и первыми, кто облюбовал новое место досуга, стали пенсионеры. Вечерами люди преклонного возраста надевают лучшие наряды и выходят в свет. С удовольствием собираюсь идти на танцы. Я надеюсь, сегодня все девчонки будут смотреть на меня, потому что я себя считаю самым молодым, самым красивым. В свои 85 Сайдаш Садыкович старается не пропускать ретро-вечеринки на свежем воздухе. Для одинокого пенсионера танцы – это настоящая отдушина. А я любил раньше, допустим, мазурки или вальс танцуешь, такой, знаешь. Человек живет. Понимаете, когда выходит человек, человек этот молодец, даже забывает, сколько тебе лет. Вверх, пятницу и в субботу территория у городского фонтана превращается в танцевальную площадку. Звучат хиты 70-х и с завидной легкостью в вальсе кружат пенсионеры. Настроение отличное. Молодость вспоминаем свою. Музыка очень хорошая. Песни современные и старых годов песни очень хорошие. Очень нравится. Планируем в дальнейшем организовать здесь же молодежные площадки для организации досуга молодежи. Будут предложены с привлечением диджеев городских проводить флешмобы определенные тематические. Вечерами на этой площадке собираются до 300 пенсионеров. Пожилые вальсируют, поют и даже влюбляются. Они признаются, годы не помеха. Главное, сердцем не стареть. Нургуль Ахметова, Дмитрий Рура, Петропавловск, 24 KZ.